12 июня в городе провели ряд крупных акций, посвященных знаменательной дате. Это культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. В спортивном комплексе имени Гамида Гамидова, приурочив к празднованию Дня России, состоялось первенство города среди спортивных школ по тэквондо. Активное участие приняли более 80 юных спортсменов в 13 весовых категориях, каждый из которых оспаривали звание лучших. На праздничном мероприятии в качестве гостей присутствовали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов. Позвольте мне поздравить вас от спортивных деятелей, от спортивной общественности нашего города и пожелать вам больших успехов. Сейчас День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости, отметил Бадыр Ахмедов. Спортивные мероприятия в городе проводятся регулярно для привития интереса у подрастающего поколения к активно набирающим ход видам спорта. Первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов от имени главы города Зайнуддина Акмазова выступил со словами поздравления. Имени главы города приветствую вас, родителей. Это наряду с другими мероприятиями, которые проводятся у нас в городе, очередное мероприятие спортивного направления. Желаю вам успехов, вам, вашим родителям, родным близким. Сегодня действительно самый главный праздник для России, для Дагестана, для России. Еще раз поздравляю вас и надеюсь, вас увидит в ближайшем будущем на дагестанских, российских активных турнирах, чтобы вы представляли наш город, нашу республику и нашу Россию. День России – государственный праздник и является одним из самых молодых праздников в стране. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Огромный вклад в развитие тэквондо в Хасавюрте вносят тренера, занимающиеся с юными спортсменами, помогая продвигаться в выбранной ими деятельности, отметил председатель родительского комитета Таймасхан Исламов. Все победители и призеры соревнований были награждены памятными призами и почетными грамотами. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».